В Московском районе завершился сбор урожая для большинства аграриев. В настоящее время они активно приступили к очистке убранных площадей и проведению орошения с целью накопления необходимого уровня влаги. Однако в этом году замечена нехватка осадков, что требует усиленного внимания к обеспечению почвы влагой. После достижения оптимального уровня влажности начинаются осенние посевы и соответствующие работы. Важнейший этап земледелия – обеспечение необходимой влаги для успешного посева. Именно на этом этапе формируется основа для качественного урожая. В районе площадью 4,5 тысяч гектаров эта задача решается благодаря реке Сокулук. Сорные растения, разрастающиеся вдоль канав и каналов, приводят к увеличению потерь растительной воды. В настоящее время ведется активная очистка территории от нежелательной растительности. В работах участвуют сотрудники водохозяйственного управления, а также специализированная техника. В настоящее время проводятся капитальные работы, осуществляется механическая очистка, запланирована установка бетонных конструкций. Средства выделены из республиканского бюджета. Через данный канал Двайлук-Мөтү получает воду. В Московском районе насчитывается более 42 тысяч гектаров орошаемых земель. В последнее время особое внимание уделяется состоянию внутренних каналов, которые осуществляют подачу воды на обрабатываемые поля. По завершении текущего оросительного сезона в этом году средства, выделенные ирригационному сектору, будут направлены на начало капитального ремонта каналов. На сегодняшний день в Московском районе выделено 13,5 миллионов сомов из республиканского бюджета. 70% работ уже выполнено. В настоящее время ведется подача воды фермерам. План завершить все ремонтные работы до середины октября. На протяжении 5 километров планируется проложить бетонное покрытие, а на 12 километров провести механическую чистку. В течение последних 3-4 лет в стране наблюдается засушливый период и дефицит воды, вызванный изменением климатических условий. Эксперты предполагают, что подобные явления могут стать регулярными. В связи с этим особое внимание уделяется улучшению состояния бассейнов, в которых накапливается вода. Сымбат Алмазова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй.